Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на серии Родина Ролеплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня снова серичка, наверное, по названию, по приву, поняли, что сегодня будем делать. Сегодня мы поедем на охоту на Слендера, как бы да, и мне написали в комментариях, еще под предыдущими сериями, наверное, серии 2 назад или 3, что типа если залезть на высокую машину, то он меня не сможет достать, и я смогу его тем самым убить. Сегодня мы это проверим, надеюсь, это как бы получится, либо не получится, ну, мы это узнаем. В первую очередь надо нам, наверное, заехать покушать в столовую, потому что у нас мало сытности, ну и, конечно, заехать за оружием. Короче, погнали. Так, приехал я в амунацию, короче, давайте что-то купим. Ну, автомат, конечно же, нужно купить, а то мы же будем сдалека, по идее, в него сначала шмалять. Так, ну дробовик я тоже куплю, и если я буду стоять на крыше, он не сможет меня достать, то можно будет с дробовика его стрелять, тем более дамага большая. Так, еще раз покупаем дробаш, я думаю, нам сколько там, ну 100 патронов, я думаю, по-любому хватит, не будем переплачивать, как бы, бабло. Ну и, понятное дело, нужен автомат, я думаю, возьмем М4 или что это, да? По-моему, там 4, если не ошибаюсь. Ну, давайте ее возьмем. Так, по 100 патронов. Ну, я думаю, патронов... Да хуя возьму патронов, короче. Ну, а остальное... Ну, снайперка дамагу не буду давать, поэтому... Берем только автомат и дробаш. И теперь едем в лес за ним. Кстати, кто не в курсе, мне эту машину подарил подписчик. Мы обменялись с ним. Я ему газель, а он мне вот эту машину. Еще мне 2 миллиона подарил. Как бы, да... Поэтому, по сути, эту серию, она была перед этой, короче, ну, предыдущая серия. И я заметил кое-что, что нету двигателя в машине. Все за счет моей ноги, которая торчит, вон, видите. У нас одна ножная сила, короче, блядь. Ну, я не знаю, вот напишите в комментариях, вы знали, что у военного тигра... Хотя я не знаю, почему он тигр называется, если, как бы, в карпасе написано, что это Hammer H1. Я вот этого не понимаю. Ну, ладно, видите, видно, у нас видно капот, а мотора никакого нет. Ну, кроме нашей торчащей ноги, как бы да. И ну, прикольно, что. Я знаю, для чего это сделано, скорее всего, чтобы либо модпак не так много весил, это урезали, либо чтобы модель не лагала, либо у вас не лагала, короче. Это сделано в лучшую сторону, а не из-за того, что им было лень добавить мотор. Так, мы приехали в лес. Блин, осталось найти Слендера. У нас просто должна заглохнуть машина. Кстати, здесь, видите, тоже газель стоит. Да и не только газель, здесь много кто. Так, нужно ехать, короче, и ждать, пока заглохнет машина. Как бы, если Слендер появляется где-то рядом, глохнет машина, вы не можете в чат писать. Но вы практически ничего не можете. Так, а что там, курица или кто? Блядь, медведь! А, фух. Так, а Слендера здесь не видно, да? Окей. Ну, я почувствую, когда у меня машина заглохнет. Так, что-то за нами там приближается, или тот чувак какой-то бегает. Что мне... Очково, я давно на охоте не был вообще, на самом деле. Это мне что-то немножко очково. А, нет, тут чувак стоит, фух. Это уже радует. Так, а нас медведь не сможет убить? Или сможет? А чё за хуйня? Слендер где-то рядом. Слендер где-то рядом, Слендер, так... Дружище, отойди. Это моя машина. Алло, ша. Если что, это моя машина. Как бы да. Значит, где-то он рядом, да? Он уверен, что если он залез на машину, значит, он знает, что мы, типа, можем его убить. Так, надеюсь, он прав. Вот, Слендер. Вон он. Натурю не может достать. Вон он. Смотрите. Действительно, он здесь. А где он? Ой-ой-ой. Видели, он только что появился там. Он колбасит машину. Вот он появляется и пропадает. Он колбасит тачку просто. Чувак вышел АФК. Слендер туда-сюда тпхается, но он не может меня убить. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Мне пизда. Мне пизда. Да. Он меня убил. Но да, мы поняли, что он не может сразу вас убить. Но, блин, я просто был в панике. Я не знал, что делать. Ну, я знал, конечно, его надо убить. Но, блин, я не думал, что это сработает.
Он как бы бьет машину, и из этого она начинает прыгать, как бы, и я упал. Да. Ну, давайте еще раз попробуем. Ну, блин, мы поняли, что это рабочая схема, это самое главное. Как бы, да, оружие просрали, но ничего страшного, ничего страшного. Главное, что... Угу. Что мы знаем, что это реально его убить. Что можно залезть на машину и въебать в него пару сотен пуль. Итак, друзья, короче, продолжаем. Я снимаю уже такое продолжение видео этого спустя пару дней. Ну, извините, пацаны, так получилось просто. Ну да, поэтому сейчас поедем обратно охотиться на Сэндера. Просто, блин, сейчас все сервера забиты. Ну, оба сервера забиты. Я играю, если что, на Родина РП Центральный округ. А Южный округ тоже как бы забит, по сути. И на Центральный, и на Южный хуй зайдешь. Кстати, да, скоро откроется третий сервер, это Северный округ. Но мне кажется, блин, что это не поменяет ситуацию, и будет потом забито просто три сервера. Придется открывать четвертый и так далее. Мне кажется, просто вот, тем более сейчас лето, у всех каникулы, и вот весь август точно будет тут все три сервера забитых. Поэтому особо эта ситуация по... заходу на сервер не поменять, потому что я заходил 15 минут, потом я зашел, у меня что-то 25 FPS, пришлось перезаходить. И вот я перезагрузил комп, интернет, и все нормально, короче. Едем обратно охотиться на Сэндера, потому что нам не удалось его убить в предыдущей серии. Ну, потому что, блядь, он немножко помешал. Так, чуваки там охотятся тоже. Нам нужен именно Сэндер. Медведь нам и не интересен, потому что медведь, по идее, может подлететь и нас захуярить. Поэтому нам нужен... Ух ты, сука, медведь, блядь. Где-то Слендер. Где-то Слендер. Да? Что-то мне это не нравится, нихуя. А где Мишка? Мишка, 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 иди нахуй. Медведь. Блядь, где-то тут Слендер есть. Надо на машину запрыгнуть. Быстрее. Да ну нахуй, ну так нечестно. Увидели? Увидели просто это? Увидели? Ну ёб твою налево, ну Слендер, ебать тебя в рот просто. Наоборот. Так нечестно, я успел запрыгнуть. Какого хрена ко мне ты пыхнулся? Блять, мы ж так хорошо общались, ёбаный в рот. Сейчас бы Рено за 300 тысяч арендовать. Ну такое себе. Ладно, пофиг, поехали сейчас оружие. Тут, по-моему, где-то рядом было. Ого, заебись. Чтобы обратно доехать, заебавший Сэндера. Блин, ну пиздец, чё, надо было тачку на гидравлику поднять просто. Просто за нами медведь был, поэтому я решил, типа, лучше съебаться от него, потому что он через машину может убить по-любому. Поэтому. Так, это мы купили. Так, АК. Все, хватит, короче, можно идти. Потому что, бля, я только бабки трачу, и я даже ни одного раза не выстрелю, понимаете? Поэтому это довольно-таки печально. Ну ладно, поехали, попробуем. Финальный третий раз. Если не получится, то я хз. Так, короче, доехал уже до леса этого. Обратно. Все, едем к нашему тигру. Так, где он? Блядь, два медведя. Ебать, что так много развелось медведей. Так, это не моя машина. Наша машина где-то, по-моему, здесь была. Я вот точно не помню. Вот, по-моему, стоит, да, тигр? Блять, по-моему, где-то здесь эта хуйня, да? Или нет? Или да? Так, я не знаю, где он. Может быть. Что мне тут очково. Так. Блять, я упал. Он здесь или нет? Я что-то не понимаю. Чё моя машина еще прыгает? Чё с погодой вообще? Так, ну я никого не вижу, не могу... А ну... Давайте напишем. А, все, его тут нет, ладно, хуй с ним. Так, окей, значит, можно садиться в машину. А что, она открыта была? Ну ладно. А, я же открывал, да. Ладно, поехали. А кто мне колесо прохуярил, мне интересно. Да. Кому-то, видимо, точно делать нехуй вообще. Так, о, Слендер, блядь. Нет. Нет. Он меня убил. Обратно.
Я даже не успел ничего сделать, пацаны. Ну это пиздец. Ну как так-то, блин? Я просто не успел ничего сделать. Просто он сразу начал тпхаться. Это пиздец. Ну что ж, думаю, на сегодня хватит этой охоты, потому что, блин, ну реально, блин, он какой-то вообще конченый, этот слендер. Просто тпхается, сразу убивает, и я не успел даже на машину залезть толком. Поэтому, я думаю, мы оставим эту затею, лучше потом когда-то, либо какие-то видосики. Честно, я не смотрел никакие видосики, как его убить. Честно, я даже не знаю, можете просто мне в комментариях написать. Возможно, я еще раз попробую, но так я даже видосики не смотрел, как его убить. Просто мне в комментах чувак написал, типа, он может залезть на машину, и, типа, он не сможет достать, и тем самым я смогу его убить. Но, блин, это довольно-таки трудно, потому что хуй пойми, где он появляется. Когда он появляется, блядь, он сразу тпхается и меня убивает. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте вводить маник по регистрации, ну и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.